Так, ребятки, всем доброе утро. Вещаю с полей уже. В общем, поехали, купили редуктор уже. Намарка на 110-го 4.1. Ванька его сегодня пригоняет. Поставим ему редуктор, нижние рычаги задние поменяем. Поставим эти GS. И поставим ему двухдисковое сцепление Адель. И вперед на летние тренировочки работать. Восьмерки готовить к чемпионату КРДС. Ребята, посмотрите, что в городе появилось. Aston Martin просто вышечный, блин. Я даже не знаю, как он называется, но он охрененный. Без номеров еще. Чей это? Чей, интересно? Кто такую вышечку завел? Так, ребятки, я вот GS и забираем. Так, деньги сюда. Берем Adel Racing, смотрим комплектацию, как прямой выжим, все в наборе. Это мы будем ставить Ивану Придиусу на 110-ик и будем дустить по асфальту. Ну, короче, нормально. Ну, вид имеет, наклейки даже есть. Если есть наклейки, значит, это все точно топ. Ну, такая штука. Так, ну все погружено, сцепочка погружена, нижние рычаги на 110-ик упакованы, а это печка на мой сотик, потому что там что-то она не работает. Без печки полная это. А здесь полностью радиатор кондиционера и трубочки, так что в марке будет еще и в нашем школьном будут даже кондиционер. Хочется прям комфорта максимально. Для всех, и для себя, и для других. Ребятки, я совсем забыл с этой суетой, что сегодня первый день весны, поэтому я вас всех с ним и поздравляю. Он сегодня не очень теплый, минус 5 градусов, но ничего страшного. Зато сегодня выходит вторая серия нашего дрифт-контейнера. Поэтому переходим в шапке профиля, ссылочка, переходим, смотрим предыдущую серию. Кто хочет, посмотрите вообще весь сезон предыдущий, первый. Ну, а второй сезон будет сильно насыщеннее, сильно больше серии и гораздо информативнее и интереснее. Поэтому переходим, ставим лайки, подписываемся, обязательно комментируем, потому что в следующих сериях уже начнутся розыгрыши среди подписчиков и комментаторов. Что, ребятки, серия уже на канале, поэтому свайпай вверх, тыкай колокольчик, подписывайся, комментируй и следи все-таки за нашим дрифт-контейнером. Я зашел в супермаркет взять минералки, но по зоопарке забыл, что хотел и в какой отдел. Много всего чересчур, везде сплошные ряды, а я еды не хочу, мне не нужны цветы. И я застыл у рыбы на дне аквариума, хвосты шевелятся, нет аквариума. Щупаю овощи, на витрину смотрю беспомощно, я корзину взял для чего вообще? За мной идет, что от меня ему надо? Не отстает, блин, вот засада, вроде держит дистанцию, боится спалиться. Я тебя выпас, тупица. Ух ты, сухофрукты, разные жвачки, леденцы, желтый полосатик в пачке, крекеры и рис, шоколадные медали, киндер сюрприз и батончики с миндалем. Эй! Так, ребятки, 110-го загнали, все, на ребилд, готовим его к лету, сцепочка уже готова, рычаги тут где-то уже тоже, вот эти задние поменяем, поставим тайка, это GS, сцепочку и все, и на асфальт на тренировочке. Так, кто-то мне говорил, что у него есть двери, поэтому пишем в личку, я уже забыл, кто. Вот сейчас они прям как никогда нам нужны поменять, привести его в порядок. Так, поставили выжим. Без напильника не обошлось, да? Это вот даже в комплекте есть вот штучка, которая давит туда. Или какой у нас там? Нет, другой штук. Вот так все должно работать. Пиу, 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 пиу. Эдель. Я его сниму, пока не ебал. Уже маховичок. Че ты, нормально, плотненько стоит, хорошо. Вот, сцепочка почти на месте. Корзиночку.
И все. И можно буксовать уже. Да. С Петра, с клыча по палке фигачить. Ну и ту навести охота. Хорошо тогда, давай.